В октябре сразу несколько пожаров в Тверской области унесли человеческие жизни. В Осташкове в доме на улице Комсомольская сгорели двое мужчин. В городе Белой в ходе ликвидации пожара в деревянном доме обнаружены тела двух мужчин 68 и 69 годов рождения. 22 октября в Твери на улице Тургенева в огне пожара погибли мужчина 69 года и женщина 23 года рождения. Накануне, 21 октября, в поселке Сележарово в заброшенном здании бывшего депо обнаружены тела мужчины и женщины 61 и 63 годов рождения. И вновь был пожар. По фактам гибели людей, тела которых обнаружено сотрудниками МЧС при тушении пожара следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, проводятся доследственные проверки. В каждом случае произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося, установлены личности погибших. Для выяснения точных причин пожара назначено проведение пожарно-технических экспертиз, для установления причин смерти погибших – судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения. Мы еще раз просим вас, уважаемые земляки, о соблюдении элементарных правил безопасности.